motherfucker. What's up, ребятки? С вами канал Alligame, Let's Play Rock, это Subnautica, игра, про которую вы уже и так все знаете. Но мы продолжаем. Подведем итоги прошлых наших событий. Мы, короче, встретили прозрачного Левиафана, потеряли ласку, она больше никогда не вернется к нам, но, к счастью, мы нашли еще одну икринку, и у нас теперь есть ласка в аквариуме. Что-то не вижу ее. Так, валим внутрь. Сейчас, подождите, ребятки, она где-то здесь, короче, плавала. В этом мире глистов она где-то здесь была. То, нет, я ее... Куда? Нет. Ну, видите, в карманах где-то, значит... Не, она по-любому где-то здесь была. Ну, она ж не могла выплыть отсюда. Это же закрытая экосистема. Может быть, конечно, она мимикрировала, но маловероятно. Ладно, в общем, неважно. Была ласка, короче. Что с этими ласками не так? Вечно куда-то пропадают. Продолжим. Мы на обратном пути, когда, в общем, заканчивали репортаж с наших последних мест событий, мы удачно проебали наше подводное это, блюдечко. Ну, маленький вот этот скутерок. И что ж мы? А мы же отправились на поиски этого блюдечка. На подводной лодке в пещеру. Перебил все приборы, разрядил все батареи, застрял два раза. В общем, все как в лучших традициях. Неудач. Добравшись до того места, где блюдечко, короче, я свое уронил. Ну как, я сдох, короче, вылез там из тумана. А там блюдечка нет, прикиньте. Мотылька, во. И мы обратно на подводной лодке. Часа 4 из щели этой вылазили, короче. Страшно было, все гремело. Я понял, что туда мы больше не пойдем. У нас есть еще куча незавершенных дел. Что же нам делать? Мы должны найти коды доступа к каюте капитана. И я предлагаю сегодня заняться следующим. Давно мы не нажимали радио. Предлагаю взять какую-нибудь сюжетную историю и, короче, посмотреть на нее. Говорит спасательная капсула номер 7. Что ж, давайте отправимся за капсулой номер 7. Мы ж тут... Так, травяная плата, грибной лес. Ну, я так полагаю, у нас камера... Получен сигнал бедствия от спасательной капсулы номер 7, но приложенные координаты повреждены. Последние доступные фотографические данные были загружены. Экипаж сообщил о проблемах с бортовым изготовителем. Источник передачи примерно в 1 километре к юго-западу от кормы «Авроры». Ха. Ладно, поплывем туда не знаю куда и будем искать то не знаю что. Ладно, погнали. Сейчас, подожди, надо завести ее. Да, я тут, короче, апгрейд сделал подводной лодке, коль по случаю, да? Теперь у меня есть вот такая херня. Придумайте какое-нибудь крутое название этому. Ну, очень классная вещь. Где-то тут на пустыре... Мотылек, настал твой час! Погнали! Судя по описанию, где-то здесь мы должны найти нашу капсулу номер 7. А, с**а, блядь! Я, блядь, все. Время х**ных историй. Вчера, короче, пацан меня подловил, да. Так, где-то здесь на пустыре 7-я капсула. Нам ее нужно найти, ребят. Ребята, я нашел капсулу. Вот она, короче, рядышком совсем была. Капсула номер 7, ребят. Посмотрим, что внутри. Взять игрушечная машинка, ребятки. Какая-то машинка есть. Кепка, какая-то фигурка. Необычная кукла. Того журнала капсула номер 7. Давайте посмотрим, что там у нас
куда они вляпались там. Я перепробовал все. Сгорели контуры ситуационного анализа на изготовителе. Я едва ли могу произвести даже самые простые материалы. Нужна батарея? Вот, держи детскую игрушку. Нужно оборудование для погружения? Держи лабораторное. А проголодался, дай-ка я превращу этот фрукт в труху. Остался метод проб и ошибок. Буду нажимать все кнопки подряд. Должно уже наконец-таки выйти что-нибудь полезное. Так, короче, вот мы дома. Значит, задание выполнено, мы взяли, но там ничего путного, кроме игрушек всяких там, ничего такого более интересного мы не нашли в капсуле номер 7. Только то, что у него сломался изготовитель, это вот эта штука. Такой, короче, рюкзачок желаний. Ни провизии не смог себе сделать, ни инструментов для того, чтобы так же, как и мы, выжить. Благо, у нас все с изготовителем было хорошо. Яйцо ласки. Я все это время думал, что мы, короче, его уже давно вывели. А мы его, оказывается, не вывели. Это понятно, куда оно делось. Ласки-то и не было. Это все галлюцинации. Берем следующее задание, смотрим, что дальше. Испытывай на кто бы ты ни был. Говорит штаб-квартира Альтеры. Это, возможно, наше единственное сообщение. Мы не можем послать спасательный корабль до самого места крушения. Так что, Аврора, вы должны будете просто встретиться с нами на полпути. Мы загрузили дали. Вдали, ага, сейчас, одну секундочку. Данные черного ящика показывают, что это защищенный терминал в капитанской каюте. Вдали, беги, уходи. Ладно, скажи Бейки, что я скоро вдали обычный. Что? Что это творится? Да остановитесь, остановитесь. Вдруг вдали я ей сказал обычное, она мне какое обычное, а мне теперь снова код должен быть 12, сука, остановись, ветчина с сыром, вдали лады, что? На какую тему у нас был разговор? Подождите.